В Ичаре Шаяра открылась 5-я национальная книжная выставка. Главная цель ярмарки – повысить интерес публики к чтению и пропаганда азербайджанской литературы. Кроме того, выставка создает новые возможности для сотрудничества между издательствами. В этот раз книжная ярмарка раскинулась на площади Гошагала в Старом городе. Здесь свыше 70 тысяч книг выставлено на продажу со скидкой до 70%. В рамках грандиозного книжного праздника проходит презентация новых изданий, встречи с азербайджанскими и зарубежными авторами, панельные дискуссии и поэтические вечера. Мы всех приглашаем сюда купить книги со скидкой, познакомиться с писателями, ну или просто насладиться атмосферой книжного праздника. Сюда приходит очень много молодежи. Даже семьи с маленькими детьми, вот они покупают книги. Вот все это, конечно, мы стараемся, чтобы эта ярмарка не только был связан с книгой. Книга – это как, скажем, ковчег Ноя, да? Там туда должен совместиться вся культура. Вот вокруг книги вот должен собраться вся культура. И мы это хотим здесь организовать. На книжной ярмарке в самом центре Баку представлен весь спектр современной литературы от беллетристики до нон-фикш. Книги для детей и взрослых, художественные альбомы и учебные пособия. Причем книголюбы могут найти тут издания на азербайджанском, турецком, английском и русском языках. 5-я национальная книжная выставка работает с 9 утра до 8 вечера и продлится вплоть до 4 июня. В этом году национальная книжная ярмарка особенная. Посетители, то есть каждый, кто придет, имеет возможность пообщаться со всемирно известными писателями. Например, с автором бестселлера Марком Леви или ирландским писателем, автором знаменитого романа «Мальчик в полосатой пижаме» Джоном Бойном. Причем посетители ярмарки смогут пообщаться с кумирами как в офлайн-режиме, так и вживую.